Все, иду домой от Катюшки. Лифт это от Катюши, а то в прошлый раз спросили, Оля, ты живешь на первом этаже, зачем тебе лифт? Потому что Катя живет на другом этаже. Она мне даже Шарлоточа поставила с собой. Сейчас домой прибегу. Там уже курица готова, Виталик уже открыл фольгу, чтобы она поджаривалась. В общем, друзья мои, процесс идет. Тетя Оля гуляет, а работа кипит дома. Я в теплой-теплой куртке. Видите? С пирогом куда? Вот. На улице холодина собачья. Я, кстати, еще надела ботинки, такие осенние. Уги искала, так и не нашла, куда я их засунула, вообще непонятно. Были в прошлом году уги, я точно помню. Где сейчас они? Загадка. Будем искать. А на улице мокротень. Такой дождь и ветер. Бегу сейчас по короткому пути домой. Мокрятина. Где снег, друзья мои, я понять не могу. Я ждала, чтобы уже снег выпал, а тут дождь, блин. Хочу снега! Первый год, когда я хочу, чтобы был снег. Обычно я говорю, вот любая погода, но только не снег, только не холодно. В этом году я прямо хочу, чтобы был снег, чтобы был мороз, чтобы была зима. Еще полминутки, я дома. Надо цветы с балкона, с балконных ящиков пообрезать. Видите? Да не видите, конечно, вам далеко. Цветы, еще на них даже есть бутоны, особенно на гвоздиках. Ну, все это надо пообрезать, они однолетние. Вон свет горит, видите, на первом этаже. Надо убрать. Ну и все. Причем я уже захожу в подъезд. Мне муж звонит, говорит, курица готова. Доставать или что с ней делать? Ой, сейчас. О, пахнет как курица. Как вкусно. Запашок такой. Ой, вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Молодец, Виталь, хозяюшка. Ой, забыла. Если хочешь остаться, останься просто. Если ты останешься смело, в шагах на улице. Ой, все. Есть. Пойдем смотреть на курицу.